Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы будем устанавливать сошки. Именно вот такие вот сошки. И что нам для этого понадобится, я вам сейчас расскажу. Итак, что нам нужно для установки сошек? Сошки крепятся у нас вот на такое крепление. Оно затягивается вот здесь фиксатором. То есть нам надо, чтобы на прикладе была петля. Это быстросъемные сошки. И в роли петли у нас будет служить вот такой вот хомут. Нам нужен хомут, нужно сверло, нужна отвертка, чтобы снять сейчас приклад. И в принципе все, еще дрель. Ну все, что ж, давайте сейчас снимаем для начала приклад. Итак, приклад мы сняли, теперь давайте снимем нам мотку. Моточку мы тоже удалили. Ну что ж, давайте теперь снимем все лишнее с этого хомута. Значит, нам понадобится только сам хомут, сама дуга. Так что вот этот вот зажим будет для нас лишним. Его убираем. Его убираем и размечаем место, где будет крепиться наш хомутик. Крепить мы его будем вот в таком вот положении. Что ж, давайте разметим, или так поближе, наверное, вот так вот. Давайте разметим место, где будет крепиться наш хомут. Вот так вот. Отлично. Теперь надо просверлить. Для того, чтобы сильно не намусорить, мы давайте подложим досочку. Так вот, досочку. Так, теперь берем дрель и просверливаем. Все просто. Итак, что ж, давайте установим теперь наш хомутик сюда. И здесь подкручиваем. При полностью утопленной скобе держится очень хорошо. Единственное, будет мешать, наверное, нам все-таки. Да, будут мешать вот эти вот концы шпильки. Но это мы сейчас тоже исправим. Мы их отпилим. Мы отпилим шпильку, и все будет замечательно. Итак, крепление для наших сошек готово. Но я так подумал, раз уж начали сверлить, давайте сделаем еще крепление для тактического ремня. Вот для этого ремня есть видеообзор распаковок, тоже закреплю вот здесь вот рядышком. Давайте сделаем крепление для этого ремня. Что ж, что нам для этого надо? Опять же берем хомутики, только на этот раз шестерку. Там у нас была восьмерка, а здесь мы возьмем шестерку. Поменяем сверло, поставим чуть потоньше. Итак, поставили чуть потоньше сверло, и теперь давайте просверлим отверстие под крепление ремня. Просверлим его вот здесь вот одно. Вот здесь вот. Просверлим вот здесь вот в прикладе. Потом откроем заднюю крышечку. Откроем заднюю крышечку и от задней крышечки уже закрутим. Давайте просверлим одну дырочку.
давайте установим. Значит, здесь мы будем ставить ограничительные гаечки. Значит, накручиваем их сюда. И сюда. И снутри закрепляем тоже гайки. Итак, протянули. Все. Здесь кольцо у нас закреплено. Все у нас закреплено. Осталось нам закрепить. Здесь кольцо закреплено, здесь кольцо закреплено. Осталось нам теперь собрать это все. Сделаем обратно намотку, осталось теперь все это дело закрепить. Прикручиваем обратно все на винтовку. Итак, винтовка собрана. Давайте теперь закрепим сошки. Сошки закреплены. И закрепим ремень. Вот такая вот получилась винтовочка. Закрепили ремешок, закрепили сошки. Вот так вот. Все, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Если возникают какие-то вопросы, пишите в комментариях, пишите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Много всего интересного будет там. Ну а на сегодня все. Всем пока, до новых встреч. Еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал.